Всем привет! Вы на канале MyPets Planet. В этом видеоролике я расскажу про скалопендр. Вообще, скалопендры относятся к роду губоногих многоножек, к отряду скалопендровых. Я думаю, вы уже догадались, что они являются многоножками или сороконожками, как их еще называют в простонародье. Они имеют от 42 до 46 ног. Интересно, что передняя пара ног превратилась в челюсти, которые связаны с ядовитыми железами. Как раз с помощью яда скалопендры и охотятся на свою добычу. Питаются же они всем, что движется. Чаще всего это беспозвоночные, то есть насекомые. Но особо крупные экземпляры способны также охотиться на мелких амфибий, например, лягушек, мелких ящериц, мелких змей или даже некрупных грызунов. Вообще в мире достаточно большое количество разных скалопендр, но я расскажу про некоторых. Например, сейчас вы можете видеть гигантскую скалопендру. Это очень крупная многоножка, достигающая около 30 сантиметров. Обитает она в Южной Америке на островах Тринидад и Ямайки. Также есть и кольчатая скалопендра. Например, я содержу кольчатую крымскую скалопендру. Они достаточно сильно распространены в Южной Европе, в странах Средиземноморского бассейна, включая Италию, Испанию, Францию, Турцию, Грецию, Крым. Они не такие крупные, как гигантская скалопендра, от 10 до 20 сантиметров. Имеют также яд, но он не настолько токсичен для человека, как у той же гигантской скалопендры. Китайская рыжая скалопендра обитает на территории Восточной Азии и Австралии. Она более социальна и менее агрессивна, чем предыдущие представители, про которых я рассказывал. Она также имеет достаточно сильный токсичный яд. На этом все. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet.